не дали выехать. А что они на заднем приводе его тянут? А, не лебедкой тянут, понял? Скажи, чтобы руль выровнял. Дима, руль пусть выровняет. Дима, руль. Как его зовут? Андрей. Андрей, выровняй руль прямо поставь. Выехал. А как вы тут оказались, елки? Вы ж были там. Потерялись, да? Да, тут копнули уже не по-детски. Кто не хочет рубиться? А где все там? Так кто где? Не, вон впереди. Да, и почетка получилась такая. Право вперед. Вперед, да. Право вперед развернешься здесь. Да, пробуй право вперед. Газу, газу только. Газу, газу, газу. Вот разворотик. Да, места четкие. Да? А после таких грузовиков, дело в том, что потом как бы на обычном внедорожнике тяжеловато. Да не, нормально наоборот. Надо подготовить просто. Если нормальная Нива, тут она, и Вован бы тут ехал, просто глумился одна с ней. А что с блокировками у тебя? Нету блокировок? Или одна? Или ни одной? Сколько у тебя блокировок, скажи правду? Половина. Я понял. Сознание заблокировано. Да, красивенное место, но стартуем. Хорошо, когда Макс с нами. Тут изнутри надо тереть. Полируем. Ёлки, как хорошо, когда тихо. Это вообще кукушка кукует. Сейчас будет идеально чистое лобовое. Акробатический этюд. Оп, вход. Нормально. Кукушки кукуют. А где они, уехали все, да? Да. Ёлки, а мы тут можем застрять, да? Да что мы застрянем? Назад, да? Не застрянем. Не может так крестовина развалиться. Так, а как нагрузка до этого? Да закусывает она. Закусывает и такие звуки издает, наверное. Так, да, ну, говорю, так лучше видно. Было. Так, все здесь. Ну что, опять по этому же маршруту, по проверенному, и в лагерь. Так мы до Гольфброда не доедем с такими темпами. Запорожец с нами. Ну, звуков не было с тем карданом, понял? То есть это 100% с ним проблема. Да, шишига красивенная, конечно. Дождь, как обещали, пошел. Крестовина развалилась. С тем? Да, порвал на две части крестовину. Слышишь, даже погода с нами, чтобы перед выездом в Гольфброду дождь должен пройти, чтобы было не это, чтобы не душно было, да, и не пыльно. Запорожец по лайту вернется, ну, лишний раз его топить, он уже всем все показал, как он едет, круто. Лишний раз топить его не надо,
Так, тут банда еще здесь. Развлекаются. Макса грузим. Только с нами такое может быть. Так, ну 80-ка неправильно. А, хотя там есть траектория. А что там инфа стоит? Моется или что? А 80-ка по лайту пошла. А мы по харду. Помылись. Все, сзади никого вроде. Запорожец вернется по кругу. Ничего его тут мучить. Так, что, едем? Да нет, там шишига. Шишига плывет? Что, заглохло? Заглох. Глубоковато. Стой, сильно влево взял. И колесо надо качать уже заднее правое. А вот и ифа. Ну красиво она в этой яме. Ого! Вот это нормальный экшен мочит. Красавчики. Получилась четкая машина. Соотношение передаточного, динамика, двигатель, все. Все красиво вышло. Сейчас спасет ГАЗ-66. Сейчас штурман идет. Ну неплохо вроде едет. Машина. Счастливое лицо Миши. И Макса тоже. Кору за крюк, да. И дождик пошел. Нормальный такой. Штурман выходит. Все, поехали. Пробуй за... Выйди снизу, пробуй на скорость. Вторую включай. Не набрал? Нет. Нормально. Завелся, все. Все класс. Они там как сиамские близнецы. Сколько там их человек внутри, Макс? Четыре. Четыре человека, елки. Полная загрузка. Так с полуприцепом почти. А кому так и едет хорошо, да? Да. Просто легко. А ступеняка нереальная. Блин, я тут не выйду, наверное, Макс. Я тут не выйду. Упрусь, да. Ну вытащим, если не пройдет.
Вытащи. Да не, не пройдет. С разгону. Помнишь когда-то? Да не, не хватит клиренса. Макс контент пилит, короче. Не, ну пас не за... первый раз на опробу. Должны попробовать? Да нет. Не доехали до опробы. Ну ладно. Не доехали чуть-чуть, Миша, да. Миша, возвращайся. Не доехали до упровода. Да. Не, повис. Повис на раме. Да, давай, давай разматывать трос. Они боятся сюда уже заезжать. Так, на лебедочке за Ифу. Подровняем сейчас яму мостом. А тут уже сложно. А попробуй, блин, назад бы сдать и попробовать одним колесом в сторону. Ну, да, да. Да. Виталик, а назад попробуй. Да, попробуй чуть назад. Может, поедет назад? Сейчас, стоп, стоп. Попробуй назад. Назад. Да, да, назад, назад пробуй. Попробуй, сейчас вырвем что-то, не надо. Надо чуть руль повернуть, потому что вырвем нахер мост. Мост вырвет. Мост или лебедку, шпонку срежет сейчас. Попробуй назад проехать. А, чтобы вверх поднять? Сматывай, сматывай, они подъедут сюда, и ты вверх поднимешься. Не-не-не, просто... Сматывай. Просто немножко... Без просто колес, так. Без колес. Сейчас вверх попробуем, да. Теперь с колесами, попробуй вверх. С лебедкой с колесами. Пошла. Миша, может, ты попробуешь поехать? Надо попробовать поехать. Есть, почти. Миша, задний только. На лебедку вылез. Только задний. Не-не, подожди, подожди. Не выключай, не выключай. А это вообще просто красиво. Да. Яму тут поменяли конфигурацию. Посмотри, что тут вообще жесть. Ага. Бля, своим ходом было бы тяжело, конечно. Даже так. С разгоном. Да никак. Ну если 120, то. Ну ты тоже здесь зависишь. Да. Может, слишком много здесь накатали. Да. Ну тут видишь клиренс под вот те большие колеса. Так, Андрюха на черной 80-ке утонул. Сейчас мы быстро летим и спасем его. Уже передовой отряд выдвинулся. Жене сложно будет. За Женей едем или объедем? Его надо подтягивать, да, наверное? Или проехал? Не проехал. Что там тут, смотри, еще трепыхается. Скажи, чтоб цеплялся. Цепляйся. Ну, красивые кадры. Ровно. Блин. Вот еще так, землей бросается. Не. А не, все. Цепляешь, я подъеду, ты зацепишь, Макс? Дворники откинь.
Смотри, что делает. Слышь, ты скользишь по бамперу красиво. Слышь, ты только что как олень был на Волге, понял? А шагу есть? Копает же. Пошли. Так, где-то тут 80-ка. Немножко нырнула. Тут уже приехали или? Или еще пару поворотов? А уже вытащили. Слышишь, Нива? Передняя левая. У меня колесо не крутится. Сломал, что? Когда тянул только что. Бля, Нива обходит нас. А, полный привод не включен, наверное. О, поехали. Выключился полный. А на заднем не хочет, глянь, как вспотели мы. Жека как по лайту прошел красиво, да? Сломал бы, мы слышали. Да, ничего, так катнули. Шикарные места, сказочные. Вода высокая, посмотри, какая высота воды, блин. Что там такое? Где Павло? Луга, красота, едем в лагерь, да? Или там еще где-то кто-то нашел приключение. Так, лагерь на горизонте. Да, и там можно вот эти все желтые проехать, да? Да, да, объехать. Не, ну там дальше ж брод этот. А вот и догнали мы Шишигу и всех. Ого, тут людей просто. Все соскучились за Волгу. Ну да. Что там тот карпатский кордон, да? Да. Сюда могут все доехать, а туда не каждый. Туда да. О, нормальная компашка. Велик продачу этот самый, видишь, сломал стойкой глушитель. Как стойкой? Вот так вот возле бомбы проезжал и стойкой, там и себе стойку поднял. И уехал.